лишняя инстанция для того, чтобы работать. Все уже работает нормально, и мы можем и технические, и научные программы выполнить прекрасно. Но что касается условий жизни, вообще, еще нам надо ждать немножко для того, чтобы точно удобно и жить. И что касается, например, туризма в станции, еще нам надо ждать немножко. Мне кажется, что пока для работы все нормально, для жизни, я даже не говорю о люкс, но нормальная жизнь, это еще немножко рано. На Международной космической станции. Кроме того, у экипажа была специально сформирована... И у меня был первый евро. Я очень гордится, что Европа внутри такие важные партнеры, как Россия или Америка, участвует на такие программы на МКС. И для этого, для меня это было очень важно представить не только Франции, но также Европе там на борту. Я прошу задавать. Несколько раз у меня были такие возможности позвонить дома. И даже Карла, она ответил: «Ну хорошо, мама, но я занята сейчас, я не могу тебе говорить. Пока!» Значит, для нее это уже как нормально, жизнь в космосе, мама там и была. Или это новый вид жизни в космосе. Спасибо огромное. Да, вы ходите. Давай, музыка. Там уже подходит.